Ох, какой герой-то. Ой, вот это хороший герой, очень. Это для SSI, что у нас будет, да. А вот Некрофосик, таких героев типа Кунки любит. Но с другой стороны, если посмотреть, там есть Дум. Дать два Дума, и возможно, эти Думы взлетят у нас именно в Некрофоса и Инвокера. Так, печенька по SSI, Сумаил красные. Красный также LCV, но Сумаил умрет первый. Джейдж забирает себе First Blood, залетает туда в обзор, нападает на LCV минус LCV. Дальше на SSI, горит, и это минус SSI. Кстати говоря, это уже 2-1, и мы не заметили то, что это Квапа Керри, пока мы обсуждали Дума и Некрофоса, это Квапа Керри будет. Нави у нас брали Квапу тройку, а здесь будет Квапа Керри, как бы, и Нигма, конечно, удивляет, ладно. Майн Контрол уходит отсюда. Майн Контрол умрет здесь, конечно, да. Пал на троих разделили это убийство. Получать кайф от доты. Ведь это самое главное, ради чего мы ее смотрим, ради чего мы в нее играем. Итак, торрент есть. Кстати, а шансы-то убить вообще хорошие имеются. Очень хороший. Это и Брингер, и будет кил по Сайсайсу. Ну и он пытается Сумаю за это отомстить. Пригорел Мираку по Сумаю работает. Там что у нас произошло? Там у нас знали сейчас нишу, кстати говоря. То есть под кинжалика. Знали его. А тут на Джейче печенька. Печенька есть, но мана нет, но есть урон просто. И хватает урона по Джейчу здесь. Ну, полетел, наконец-таки. Вешается Дум, Инфернал Блэйд, есть репорты. И сейчас, конечно, будет самая главная попытка размена на Миракла попытаться. Задунайли! Да ну! Задунайли! И это минус Миракла еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто пупей лучше. Ну, на опыте. ISSI с коса есть, но маны нету у него. Ну и Майн-контрол еще под кораблем сейчас. Просто у нас как бы 14 минут, а вышки все еще стоят. То есть даже Майн-контрол, ты посмотрите, деф отсюда ее еще. На. Мортира, ого. Ого, а там подходит ISSI сюда, смотри. И сейчас же будет коса должна быть. Почему он еще не умер? Вот, умирает. Но это будет размен хороший. Это будет минус SSI, это будет сейчас минус Ниша первый раз, и он без маны остается. Ой, вот это сочный размен от Нигмы у нас. Что это? Что это? У нас Ниша. Хукшот неудачный от GH, но Ебзора поймали, Ебзора посели на землю топориком. Минус Ебзор нашли. Макаку, которая тут у нас пыталась. Что сделать GH? Неудачный Коги, есть крест. Торрент, торрент КД, сейчас будет. Ага, он туда нажимал торрент, Бирку на кого? На SSI-а, а вот он, ребятушки, и Дум против Некрофоса у нас, хорошо. Есть кил, там что у нас, там у нас минус Папи, поймали Нишу, Ниша, и еще подставляется. Да, у него, конечно, есть реинкарнация, это все замечательно, но... Братан, ты пока один здесь, подходит Сумаил, но Сумаил торнадо может какой-то даст сейчас. Может быть, ну, нажимает на торнадо. Окей, Соник Вейв прыгает LCV на характере вперед. Просто пошел, не боится никого, вообще не боится. Минус Ниша, минус Сумаил. Нигма делает минус 4 и приходит Ебзор. Постарается разменяться на LCV, но этого не получится у него сделать. Это минус 5, тимвайп с командой Нигма. Что за новости? Нигма выигрывает секретов. Там что? Там минус Сумаил, о. Миракл здесь разобрался и без БКБ разобрался, кстати говоря, он теперь нажимает его. Он его сохранил, это минус Побей, поставляется Ниша, вот это ошибается, секрет и минус Ниша первый раз. Что делать дальше? Вылетает сюда у нас ISSI. Ну чем он здесь поможет, я не знаю. Зачем он сюда вообще пришел? Ниша пытается жить, но он не должен в никакой случае выживать, это минус Ниша, само собой, это минус 3 уже. Майн Контрол уже просто отойти, а LCV куда там запрыгнул, LCV-то у нас. Ходи сюда, LCV. Так. Торрент залетает на Нишу. Нишу поймали. Ниша горит. Больно Нише. Это минус Ниша. Первый раз. Что дальше? Есть хукшот. Есть хукшот и в Сумаила. Сумаил даже торнадо. Получается очень интересно. Там есть крест, там есть торрент. Возвращает ничего. Он без БКБ у нас играет. Больно Нише. И должны его будет убить. Там коса была использована в Куроке. Но ничего страшного. Главное, что остальные позиции все живые. И торрент. Какой же важный. Минус Сумаил. Корабль. ISSS. Это был крест на кого, я не понял. Крест был, видимо, на труп Сумаила уже, да, использован. И еще один дом. Здравствуйте. Здравствуйте, ISSIS. И вот он вам, Некрофос против Дума. Задунай Пупея лучше. Пупея уже делает родунай на карте героев у нас. Не дефать, дефать, ладно еще. А драться, камбэкать.
Смотри, кого нашли. Завард. Люди гибнут за варды. Это называется. Прыгает Джейдж. Замечательно, но опять печенька купи. Купи и сейвит прям вот на 5 баллов здесь. Вопросов к нему вообще ноль. Абсолютно. Минус ниша. Нишу забирают. Он был без рекарнации. Еще 24 секунды. Нашли Айс-Айс-Айса. Вешается Орч. Инферноблейд. Минус. Айс-Айс-Айс. Ябзор. Тут ябзор. Пупей, пупей обратно. Куда улетел? Сюда. Че под вардан? Вот досты есть. Вот висел красавчик носит, не забывает. И это минус 4. Так, ой. Кукшот не очень удачный. Валит все корабль в бухту. Нужен Орчит. Ну, минус, в общем, Айс-Айс-Айс. Там что у нас? Там Джей. Джейдж горит. Джейджу больно. Минус. Должен быть Джейдж. Но пока что Найтмерч подтягивается. Майк Контрол залетает. Миракл у нас по КБ. Хорошо. Сумаил. Сумаил кастует с полянка и коса в ЛЦВ. Но Сумаил у нас уехал. Ну, смотри, снимает с ЛЦВ стрик из 7 целых киллов. Ниша дерется. А почему все отступает? Да, ним получается. Да, ним отступает сюда. Тайбрингером дать, но минус мой контрол, Мирка улетел, Мирка ушел, Куроки улетают, пацаны, в общем, сюда. И это драка за секретами, конечно. За последние 3 дня не было ни разу такого матча, если не ошибаюсь, когда я прям ловил кайф. Альдерлин получал от замеса. Так, нападает на Миракла, Миракл бьет его, откидывается на Infernal Blade, Миракл по нише, Коуд Снэпик там навалит по Миракл, Миракл, в общем, живется хорошо. Здесь хукшот от Джейча, Коги, замечательно, отзонили, Айс-Айс-Айс получает у нас Орчит, и в итоге сделать, зарегенится, ничего, он не может, обратно его возвращает и не умирает, но его нужно добить, его добьют, это минус Айс-Айс-Айс, прыгает АЛЦВ, добить нишу, ниша играет с армлетом на опыте, лайсилится ниша, хорошо, ниша, а что делает, зверь, зверь, ааа, почти выжил, почти, но не хватило немного ему здесь, тут что, майн-контрол у нас откидывается крестами. Там кастуется сфинсгрип в нишу, который без реинкарнации. И в итоге эмоции уходят и приходит холодная реальность. То, что секреты проигрывают снова замес. И ниша не смог его вывести на своем ВК. Поймали папи минус легендарный Климент Пупей. И дальше еще и Сумаил остается. Ну и можно поймать пакистанского принца, поймать еще. Там торнадо он даст. Но это его не спасет. До свидания. Минус 5 делает Нигма. Ну что, секреты напрыгивают у нас? Напрыгивают там Миракл. И опять он пошел искать вкусные цели. И вот она. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же больно Айс-Айс-Айс. Минус Айс-Айс-Айс. Там ниша начинает сражаться у нас с Джейчем. Не получается. ЛЦВ запрыгивает по нише. Ниша, ниша. Горит ниша. Но умрет ли он? Умрет первый раз. А вот Вися есть, не забываем про это. И будет потом после Егиса БКБ. Полетел хороший хукшот. Кончается действие поляны. Ниша кончается почти тоже. Майн-контрол пытается его перевосхитить. Поймали Джейджа. Джейдж, живи. Не живет. Ниша играется армлетом. Так, 10 минус Мирака уже сделали. Ничего себе. И Ниша все еще не может умереть. Никакого не может быть. Майн-контрол, но приходит. А вот Вина помощь убивает его. Есть контакт. Но без Мирака будет драться уже трудно. А вот Вис может что-то сделать. Он. Посмотрим сейчас. Там было в любом случае 2 бэбэка использовано от команды Team Secret, и по всей видимости смогут они, хотя My Control уже не, он уже не трезвый, то есть уже трезвый получается он, не под кораблем, направляется в таверну My Control, и вот Свет сюда уходит, в итоге смотрим итоги боя, что это такое? Ниша пока что отступает сюда у нас, ушел, запрыгивает крест, нажимает Майн Контрол на нишу, ну и возвращает его просто обратно, зажали Пупея, Пупея умирает, там досты были, но Виталий его просветились, что ниша все еще без БКБ, трудно, там кто у нас, там минус Кура, Кура ББК у него в наличии есть, можно выкупаться и лететь на вампост быстрее, коса в Джейч, Джейч тоже с байбеком, включаем бай, смотрим. За всей этой движухой LCV, Sonic Wave, прекрасно, Пупея еще отогнал, тут Айс-Айс-Айс, нулик вешается, Айс-Айс-Айс, почему бить? Подорчно, просто ручка можно забрать, и прыгает шикарный Миракл, шикарно он клэпает кентавром, скушенным, и еще один Sonic Wave, немножко в молочко получается, но не было просто виджена, а вот теперь виджен будет минус Сумаил, и Дум вешается на нише, нажимается, финсгрип, Куроки, после байбека, какой же важный был финсгрип, минус есть, все, без байбеков команда Team Secret, без баев они. Ультракил сделал ЛЦВ. Так, вторая, теперь 4 у нас горит. Мирка фласочки. Джейч нажимает на себя фласку. Долго бьют, очень долго бьют. Очень долго, но пробивает все равно. Пока что пробивает. Поймали Сумаила. После появления Сумаил. Умрет ли? Умрет. Трон падает. Трон горит. Крипы на базе. Крипы на базе. Бутор будет идти. Все нормально. Без Бутора, то есть. И в итоге ГГ. Все. 1-0. Нигма. Но это пока первая карта. Пока что первая, но одна победная. Пободрее будет ВК, по идее. Но здесь могут у нас секреты просто задавить, по идее.
Так, там что у нас? ВК забирает. Минус ВК, минус ниша. Воу-воу-воу. Убивает мой контрол на разворотике Пупеха. И Джей сейчас тоже, кстати говоря, умрет. Работяги убили просто, смотри. Я думаю так. И тем временем врывается Пупей. Есть, у нас ставится стенка, хорошо. Вакуум, вакуум мамки не хватает. Забирает Пупей, ниша тоже красная очень. Нишу заберут в том числе. Приходит Сумаил. Но у Ниши была реинкарнация, и он разворачивается, минус Кроки. Дальше вакуум появляется у Майнконтрола, но у него остается уже очень мало хп. Телекинезский эпизодчик, минус Майнконтрол, приходит Алтвин, уже поздно, здесь ловить больше нечего. Так что нужно просто уходить. Да. Нужно уходить, а вот Тиви нас отсюда и отступает. А там убили Ябзора. Сумаю в инвизе, смотри, забегает. Ничего себе. Полетел SSS, нажимается Dream Coil. Неплохой Nether Strike, больно очень Miracle. Storm Gaze, он не успел прокликать. Но какой же Sonic Wave важнейший, он живет. Он выживает, это минус 3. Просто приняли Enigma. Шикарный замес, еще и Сумаила могу сейчас забрать. Заберут ли они его? Там Ябзор ставится стеночка. Ага, на Ябзора вот Ябзорчика тут уже заберут. Какой же был хороший Sonic Wave. И как же, да, спасли. Если бы знали, но она появилась на ЛСП. Здесь нападает на LCV. LCV, ну не-не-не-не, он достаточно крепкий на самом деле. Хотя вот со Storm Gaze, наверное, Мирка поторопился. Еще отдает его, да, он дает еще его и Ябзору. Ябзор получает сало, забирает Сумаила. Замечательный вакуум, замечательная стенка. Ябзор не получается никого у него, к сожалению, здесь спасти. Возвращается обратно в игру у нас Ниша после инкарнации. Телепорт, телепорт сбить Найтмэр имеется. Ну и минус... Они, кстати, проигрывали там 7000. Вот разгон. Кстати, ISSI залетает. Ну и что с Miracle? Он там Аегис. Вот видите, бьют ее вчетвером, то Медузу. И даже первый раз еще не убили. А Нагова могла бы уже рассыпаться достаточно быстро. Ну, заберу первый раз. Вот где команда? Команда добежит со стенкой, да, Майнконтрол? Со стенкой, конечно. Майнконтрол, залетайте, сэр. LCV, Майнконтрол ждет. Ну, такое себе, кстати, еще отдал стенку Ябзору, кстати говоря, неплохо. Стенка-то может решить. Сумаил, минус Сумаил почти сделали, но нет, не получается. Живет Сумаил, Миракл отступает. КД и зарежка перед применением позволяет применить способность сквозь БКБ. Так, а вот она SSS, а вот она и БКБ. SSS полетел через всю карту и прям Кроки в руки. Успеет? Не, не успеет. Опа. Это интересно. Это интересно, кстати. Ну, смогут они убить его первый раз? Смогли. Так, это у нас спасибо Куроки за тот финзрип самый на боте. Так, тут что, Миракл? Миракл, шотганчик залетает. Минус Кура. Кур отправляется в таверну пока. Так, там что? Там нападают на Пака, Сумаила поймали, Сумаил, Sonic Wave залетает, и горит Сумаил, да горит ли он там, Весел, там яд, и там столько-столько всего неприятного, что он может умереть, но пока живет Сумаил, еще один Весел, еще есть Shift, Shift, Сумаил, божить как-то не получится. Включаем Бая. И сейчас, ой, ниша, что происходит? А что делают секреты? А что вы творите так? Нападает на Джейча, Джейч отталкивает подальше, отбегает, а там Мирка уже из-за кустов выходит. А вот пришла мама с работы, говорит, ну приветики. Как дела у вас, говорит, какие оценки в школе. И вот как-то так после родительского собрания происходит у нас дома. Но это минус Пупе, это минус Ниша, это разваливает жестко вообще всех, и ISSS успеет улететь. На Мирка пришел. Что падает, падает сторона, а ISSS залетает. Неплохо. Nether Strike есть. Miracle, полетели урон здесь, полетели криты. И Miracle просто начинает лупить. У него еще есть сатаник. Но Ниша не спасает первый раз. Пока что работает, пока что живет. Ниша БКБ нажимает, разворачивается по Джейчу. Джейч улетает сюда. Там минус Сумаил. Сумаил подставился. У него есть бай, он выкупается обратно в игру. Miracle без маны, но живой. Все равно фул хп у него. Нужно добить миличный барак, просто отойти и все. Так, там что у нас? ISSS поймали. ISSS. Вакуум. Минус ISSS. Есть контакт.
В минус есть вторая сторона у нас. И Найтмерчик. Таки прожимается Шива. Вакуум хороший. Ну и Миракл Сатаник. И просто бить. И просто бить героя. Получает пока алебарда. Он нишу зафокусил. Ниша горит. Минус ниша есть. Первый раз. Айс-айс-айс после бая. Ниша будет второй раз. Я вам хочу признаться. Я вчера ходил к гадалке, чтобы она сделала заговор на Нигму мне. Вот.